общественном мнении, которое охвачено настроениями реваншизма по итогам провальной войны против Азербайджана, все активнее звучат призывы против России. Армянские соцсети во многом при подстрекательстве правительства и националистов из интеллигенции винят поражение в Нагорном Карабахе Кремль. Интернет кишит оскорблениями в адрес президента Владимира Путина и злостными призывами убивать и резать, взрывать во имя армянства. В обществе резко стали популярны идеи операции «Немезис», в рамках которой, начиная с 20-х годов прошлого столетия, армянские террористы убивали политиков поздней Османской империи периода Первой мировой войны. Теперь же армянские националисты призывают возобновить эти операции на территории России, в частности, в местах компактного проживания в Краснодарском крае. Как передает Editor TV ссылкой на SMI6.ru, в Армении считают, что Москва не поддержала армянских бойцов в их захватнической войне. К слову, миротворческая миссия Кремля, которая остановила гибель армянских военных в Карабахе, националистами не рассматривается. Самое удивительное то, что с такими кровожадными призывами чаще выступают армянские женщины. Напомню, что про операцию «Немезис» буквально 3 недели назад упомянул один из лидеров карабахских сепаратистов Артур Товмасян, призвав стать народными мстителями, каким был террорист Сагамон Тейлерян. Помимо прочего, эти бредовые и одновременно опасные идеи в соцсетях активно постит российский медиамагнат Арам Габрилянов. Отметим, что в начале 20-х годов по инициативе националистов из партии Дашнак Цютун была развернута масштабная резня под кодовым названием «Немезис». От рук террористов из Армении погибло около десятка высокопоставленных лиц Османской империи и Азербайджанской демократической республики, среди которых был первый председатель кабинета министров Первой Азербайджанской республики Фатали-хан Хойский. Жертвами теракта были не только политики Турции и Азербайджана, но и сами армяне. Так, в 1933 году в Нью-Йорке ножом для разделки мяса был убит архиепископ Левон Турян. Дашнаки расправились с ним прямо во время рождественской службы в армянской церкви Святого Креста. Жестокое убийство священника привело к серьезному кризису в рядах армянской церкви. Во второй половине же 20 века армянские националисты вновь вернулись к тактике международного террора. Асала и прочие террористические организации армянских националистов вплоть до конца 80-х и начала 90-х годов осуществляли по всему миру серию терактов. Али Абузар, Editor TV.